Всем привет! 26 марта телеведущий сообщил радостную новость, возлюбленная подарила ему сына. А сегодня Шепелев раскрыл поклонникам все подробности счастливых перемен в жизни. 38-летний Дмитрий Шепелев еще в конце прошлой недели стал интриговать поклонников коротким роликом из авто. В кадре телеведущий крепко держал за руку избранницу Екатерину Тулупову, намекнув, что отправился забирать свидетельство о рождении ребенка. «Ну что мы едем, подробности совсем скоро», – подписал сторис шоумен. К слову, ранее Дмитрий предложил подписчикам угадать, как же они назвали новорожденного. Он также дал небольшую подсказку, признавшись, что имя довольно редкое и состоит из 5 неповторяющихся букв. Многие проголосовали за вариант Мирон, подчеркнув, как оно прекрасно сочетается с именем первого сына Шепелева Платоном. Мальчика назвали Тихоном. Как оказалось, Дмитрий и Екатерина уже скоро получат мальчику свидетельство о рождении, они подали все необходимые документы. Шепелев ранее рассказывал, как Платон и Лада отнеслись к рождению брата. По его словам, сын очень переживал. Папа рыдает. Дмитрий Шепелев показал, как сын играет на пианино. Признался мне, что сильно волновался, мол, теперь все внимание достанется малышу. Я пообещал, что ничего не изменится, и наши с ним привычные ритуалы останутся прежними. И все же перед самым рождением Платона накрыло настолько, что мне пришлось отменять некоторые его занятия. Он просто не находил сил сосредоточиться, отмечал Дмитрий. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!